В Воронежской области из торговли начали изымать снюсы. Так называют в России никотиносодержащую продукцию, которая, как правило, к табаку никакого отношения не имеет. Зато угрозу для здоровья представляет весьма серьезную. За развитием событий следит наш корреспондент Олеся Олесюк. Так называемый снюс – никотиносодержащий продукт. Он изготавливается из измельченных табачных листьев, которые помещают в пакетики и при использовании помещают между десной и губой. В России его продажа запрещена, но производители придумали уловку. Снюсы здесь реализуют из синтетического никотина. Роспотребнадзор, начиная с декабря 2019 года, активно проводит внеплановые проверки в местах продажи никотиносодержащей продукции. Оказалось, что почти вся она неисследованная и реализуется без документов, подтверждающих качество и безопасность. В связи с тем, что мы не знаем, что она в своем составе содержит, что это за синтетический, какой никотин, в каких он дозах и какие еще дополнительные вещества содержатся в данной пищевой продукции, то она не может обращаться на рынки и является опасной. При проведении надзорных мероприятий Воронежским Роспотребнадзором была выявлена 631 единица некурительной никотин-содержащей продукции, реализуемая без документов. Причем из-за отсутствия в некурительных смесях табака их отнесли к пищевой продукции. Учитывая, что реализация данной пищевой продукции осуществляется без документов, подтверждающих качество и безопасность, то данная продукция является опасной и ее оборот является незаконным. Снюсы инспекторы Роспотребнадзора снимают с продажи. Юридическим лицам грозит штраф в размере от 300 до 600 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям от 30 до 60 тысяч рублей с конфискацией небезопасной никотин-содержащей продукции. Олеся Олесюк, Сергей Пеляев, 41 канал.